где сажают отдельно, потому что мы болеем за быка, а не матадора. Наш человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что поломал. Только у нас попить чайку означает нажраться до отвала, а сбегать в магазин, купить бутылку, так как ходят только за хлебом. Русская душа потемки, потому что лампочку или украли, или лень менять. Русские больше других народов заботятся об экологии, у них есть неиссякаемый пакет с пакетами многоразового использования. Русский гаечный ключ брутален, беспощаден и смотрит на швейцарский нож, как на говно. Конечно, мы не англичане, но нет у нас второго завтрака. Зато какой у нас третий ужин. Только русский человек после алкоголя и салатов сядет пить чай. Только русские могут кормить в лесу дикого зверя, волка, кабана или медведя со словами: «Да не бойся ты меня, трусишка». Наши люди не боятся нарушать никаких законов. Кроме одного, пустую бутылку на стол ставить нельзя. Русское застолье – это ящик пива, пара бутылок водки, палка колбасы и собака. А собака зачем? Ну кто-то же должен съесть колбасу.